хорошо. В связи с ростом дорожно-транспортных происшествий по вине водителей, осуществляющих перевозки пассажиров в легковом такси, сотрудниками госавтоинспекции проводятся мероприятия, направленные на выявление нарушений правил дорожного движения и российского законодательства в сфере перевозок пассажиров легковым такси. По статистике, основные нарушения связаны с машинами, официально не зарегистрированными в качестве такси. Разумеется, никакого контроля за техническим состоянием такого транспорта, а также режимом труда и отдыха водителя не осуществляется. Сотрудники госавтоинспекции пообещали, что рейды по выявлению такого рода нарушителей станут систематическими.